Здорово всем, ребят, с вами Хилхёртс, и сегодня я вам расскажу о двух способах, которые позволят победить мини-босса Водяную Орин из игры Sekiro Shadows Die Twice очень быстро, просто, легко и без нервов. Если заинтересовало, то давайте к делу. Первый способ. Его мне подсказал один подписчик. Нам понадобится только клинок бессмертных и кривой ИИ врагов вместе с Геодатой. Когда я рассказывал об этом способе в одном из своих видео, то на меня вылилось много какашек, вроде «автор мудак и ничего не знает». Специально для тех, кто считает, что клинок бессмертных дамажит только с эмблемами духа, я покажу полный бой. Специально сливаю все эмблемы духа. Для использования клинка бессмертных, как известно, нужно 3 эмблемы. У меня осталось меньше, но меч будет работать. Теперь бежим к Орин и встаем к ней за спину. Не разговариваем. Нам нужно как-то сагрить ее. Можно или бросить глиняный осколок, или прыгнуть на голову. После чего на несколько мгновений появится кружок смертельного удара, чем мы и воспользуемся. На секундочку бытует мнение, что можно сделать сразу еще одно добивание сразу после первого, но я не проверял. После этого бежим по дороге к боссу и запрыгиваем на уступ. Желательно оставить Орин как можно ближе к мосту. У мини-босса начинается ступор, и она медленно вдоль стенки старается добраться до Секира. В это время нам нужно спамить клинком бессмертных, понемногу отнимая у нее хп. Геймплей взят с НГ+, так что при первом прохождении может быть гораздо проще. Разумеется, часть атак будет уходить в никуда, однако оставшихся хватит, чтобы успеть добить ее. Теперь вы видите, что это рабочий способ. Второй вариант. Как и обещал, покажу способ убийства без клинка бессмертных и даже без божественного конфетти, да вообще без всего. Как и раньше, делаем Орин первый смертельный удар, и теперь агрим ее до идола, от которого бежали. В какой-то момент она начнет пятиться, это нужно заметить и загнать ее атаками под правый камень. Теперь можно неистово спамить ЛКМ или РБ, тем самым настакивая ей полоску концентрации. Главное не останавливаться, так как у призраков полоска быстро скидывается. По идее, она не должна атаковать в ответ, только защищаться. Однако на меня один раз быканула. Если ожидать, то можно заблокировать или запарировать и продолжить маршировать ее. Если использовать красный леденец, дело пойдет быстрее. В финале мы делаем ей добивание. Думаю, что теперь ни у кого не должно остаться вопросов о быстром и простом способе победы. Если видео вам понравилось и оказалось полезным, то можете подписаться и прожать лайк. Это очень греет душу и мотивирует делать больше крутых видосов. С вами был Хилхёртс, всем всего хорошего и удачи, ребят!